столица Украины. Сегодня 24 ноября 2016 года. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Entomology Beekeeper Ukraine. Сегодня идем на рынок юности, как раз вот туда. Посмотрим, что сегодня там будет. Так что идемте вместе, посмотрим на народ и на продукты, и на разные вещички. Рынок юности – это большая толпучка. Большой рынок, на котором много всякой всячины. Много разной всякой всячины, потому что много разной одежды. Им больше всего, конечно, там, больше всего там инструментов. Ну, и, конечно, личности попадаются самые разные. Вот видите, сначала тут идут шмотки, в смысле вещи. Так, ну, а потом разные продукты. Вот я уже проходил здесь рыбка. Пожалуйста, народ сегодня не выходной, поэтому не очень сильно валит толпой. А так, средней толпой. Да, видим тут разные вещички. Разные вещички, сумочки и одежка. Вот видите, даже обувочка. А вот там дальше уже начинается и такой продуктовый рынок. На продуктовом рынке, посмотрите, тут вот видите, такая разная дохлая рыба лежит. И разные другие яства. Ну, конечно же, видите, и венички продаются. Такое, разные разности. Ну и, конечно, на продуктовом рынке много всего интересненького, вкусненького. Мы сейчас быстро мимо него пройдем. Посмотрим, что здесь продается. Здесь еще продается. Так, и мясо разное. О, разная красивая рыбка. Карасики по 35 гривен. Так, по 36, видите, хурма, гранатки, яблочки. Так. О, фруктов тут богато. О, всего достаточно. Были бы только денежки, денежки. Овощи и фрукты. Видите, даже разные курочки. Это хорошо. О, вот уже пошли разные инструментики. Инструментиков тоже много. Видите, тут дощечки, двери, водопроводные инструменты. Так, всякие разные шланги запасные. Ну и нам тоже нужно кое-что. Видите, тут деревья продаются. Разные бронедвери, разные. Вот тут разные маленькие инструменты. Дверцы. Всего по чуть-чуть. О, свет. Свет красивый. О, инструменты красивые. Интересные, красивые. Да, о, видите, моторчики. Моторчики разные. Так. О, тут и краски. Пошли краски. Вот даже можно купить веничек. Так, куда нам надо идти? А, сориентировались. Так, идем. Видите, тут много разных инструментов, крантиков. Хорошо, сейчас подходим к нашему месту. Нам нужен инструмент. И покажем вам разные другие сюжетики. Смотрите наш канал. Так что привет. Двигаемся по рынку. На рынке есть много всякого инструмента. Идем, покажем вам разные инструменты. Разные железные языки. Продолжаем странствование по рынку. Смотрим, что тут продается. Вот тут продается много всякой всячины. Так что есть на что посмотреть. Есть что купить. Так что,
путешествуем. Смотрим, что тут интересненького такого. О, тут много чего. Сейчас покажем вам разные инструменты. О. О, пробираемся. Сейчас, кажется, выберемся. О, выбрались. Обратно на такой навещевой рынок. И там дальше рынок снова продуктовый. Снова рыбешки. И разные вещички. О, какая красивая рыбка. И мяско. Так что вот сегодня такой поход коротенький на рынок Юность. Закупили инструмент. Приходите на Юность, закупите все, что вам нужно. Пока-пока, смотрите наш канал, подписывайтесь. Увидите много всего интересного нового. Из Киева, столица Украины. Пока.